Чтобы даже одно яйцо осталось неинкубированным. Если я увижу, что кто-то халтурит, я... Эй! А, стой! О, здрасте! Ох уж эти детки, вы же знаете, как это бывает. Такие непоседливые, невозможно следить за ними. О, малыш Джимми, он всегда был таким независимым. Хе-хе, независимым. Хе-хе. О, малыш Джимми, он всегда был таким независимым. Хе-хе. Я шикарно выглядишь, не желаю познакомиться. Прости, но я ищу состоятельного партнера. Я же остаюсь на учете у психиатра. У родителей в селе живут 3 кота. Двое очень домашние лентяи, постоянно сидят дома и требуют рыбы. Третий дома появляется раз в день. Поспит, поест и дальше где-то гуляет. Но при этом он самый толстый. Мы думали, что он мышей в сарае водит, но нет. Оказывается, что соседи справа уже много лет считают его своим котом. Спутать с другим нельзя, так как он один бесхвостый. И всегда кормят, когда он приходит. А к соседям слева он тоже заходит, ест вместе с их котом. Все уже привыкли, все довольны. Неплохо кот устроился. Человек, нам надо серьезно поговорить. Независимым. Хе-хе, независимым. Хе-хе, независимым. Хе-хе, независимым. Хе-хе. Вот страшно внук, за это может привести вред. Второй избавник и третий, хоть раз в текст. Ржи мера, как на твоих данных. Если бери пузо, то и пузо. И пузо, то и пузо. И пузо, и пузо. Пузо, то стонет в двух швах и треть от лода. Пузо, то сейчас жмых недоступен, значит вот жмых. Но нужно сделать ноту, чтобы играл громче трек. Кенриа Ролла, Джейн, Сити, Пузус. Да и того новая битва Милки Пузов. Слив, что велосипед да в гул. Я знаю, что я футболист. Нужно вот играть в футбол. Типуза, типуза. Кенриа Ролла, Джейн, Сити, Пузус. Да и того новая битва Милки Пузов. Типуза. Я знаю, что я футболист. 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 Сегодня лечь пораньше планируем? Добрый вечер. Конечно же нет.
Так выглядит голубь, который обкакал 100к машин и получил алмазный скин. Это получается, если он обкакал 100к машин, это 100к скин. Перфекционисты, извините. Как же неприятно, блин, прям по сердечку. А вы знали, что радуга это на самом деле не дуга, а круг? Земли нам просто не видно, а вот с вертолета... Чего? Какой круг? Знали, что радуга это на самом деле не дуга, а круг? Земли нам просто не видно, а вот с вертолета... Чего? Какой круг? Сейчас. Ставьте лайк, если мем говорит правду. Наверное, сегодня на улицу не пойду, не поплыву. А я все чаще замечаю, что учеба все сложнее и сложнее. Зато ты будешь все умнее и умнее, когда пришел забирать младшего брата из детского сада. Так выглядит утро, когда я иду на учебу. Это какой-то зомби-апокалипсис. Маскировка на 5 с плюсом. Так, кто такую штуку делал с друзьями, признавайтесь? Я знаю, вы делали. Друзья, Макс Максимов, писатель и блогер, читайте мои... Друзья Макс Максимов, писатель и блогер, читайте мой... Овощ, фрукт, продукт выращивается в своей пути.
процедуры. Но только футбольный факс это не всегда должна. Овощ, фрукт, продукт, выращивающий свой пекипуш. Пекипуш это требующий пик харем.